Вітаю, як завжди, в цей час на Апостроф ТВ. Таня і Гозман в ефірі у п'ятницях ввечері. Як завжди, зі мною з Москви Леонід Яковлевич Гозман. І разом з ним ми обговорюємо новини, які нас здивують, лякають, інколи смішають. Леонід Яковлевич, добрий вечір. Вітаю. О чем сегодня мы с вами поговорим, что обсудим? Ну, а куда нам деваться? Александр Григорьевич Лукашенко выглядел такое, что весь мир теперь о нем говорит. И, в общем, это действительно очень важное событие, поэтому я думаю, что, по крайней мере, начать-то мы должны с того, что произошло в братской стране. Угу. Да, действительно, мы тоже не исключение. Давайте поговорим о том, что происходит в Беларуси, и главное, что будет происходить дальше, и чем это может угрожать не только Украине, но, возможно, и всему миру. Отже, коли учень перевершує вчителя, білоруський президент Лукашенко, ну, принаймні, він себе вважає президентом, пішов проти усіх правил та міжнародних законів і наказав приземлити літак ірландської авіакомпанії Ryanair, коли тому лишалося лічені хвилини польоту над Білоруссю. Причина – цим рейсом летів один із засновників опального в Білорусі інтернет-каналу «Нехта» Роман Протасевич. Борт прямував з Афін до Вільнюса, і для його приземлення було піднято винищувач «Міг-29». Вже за декілька годин офіційні білоруські медіа оприлюднили відео, на якому Протасевич має дещо дивний вигляд, зважаючи на сліди на обличчі, і повідомляє про співпрацю із слідством. За білоруськими законами йому може загрожувати навіть смертна кара. Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в Национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Леонид Яковлевич, ну, я не первый раз вижу это видео, и если первый раз мне казалось, что человек сейчас заплачет, он на грани нервного срыва, то я думала, знаете, потом посмотрю несколько раз, и, ну, как-то мнение изменится. Нет. Вот мне кажется, что действительно Протасевич, он на грани какого-то нервного срыва, и мне кажется, в его голосе, ну, очень-очень много страха. Но тогда у меня возникает вопрос. Он знал, почему садят самолет в Беларуси, и он опасался этого и говорил экипажу, что нельзя садить самолет. Но почему он из него вышел? Почему он себя, ну, не привязал ремнями, не сказал, что я не выйду? Но ведь этот самолет – это фактически не территория Беларуси. А когда он уже спустился по трапу, это стало Беларусь. Он находился на территории Республики Ирландия. Да. Это ирландская авиакомпания, это принадлежит Ирландии. Я не знаю, почему он так сделал. Для меня это загадка. Вы знаете, также для меня загадка, почему он вообще сел в этот самолет, когда обнаружил за собой слежку. А вот я этого не понимаю. Знаете, вот, ну, наверное, парень, живя уже довольно давно в Вильнюсе, он спадется и... Ну, знаете, нам же трудно впустить в жизнь кошмар. Вот нам кажется, что кошмар – это где-то не с нами, это где-то в другом мире и так далее. Знаете, вот, ну, смотрите, когда вы попадаете в какую-то безопасную ситуацию, то вам кажется, что эта безопасность естественна. Вы можете спокойно ходить по улице, вы можете не опасаться прослушки, нападения там, и так далее. Вот. Я не знаю, что с ним произошло. Я не понимаю, почему он сел в самолет. Он мог не знать, что он может из него не выходить. Но, по крайней мере, конечно, они бы его вытащили оттуда все равно. Они бы его все равно вытащили. Но это было бы, согласитесь, Леонид Яковлевич, если бы они его вытащили силой, это было бы уже еще более жестокое преступление со стороны Лукашенко и со стороны его правоохранительных органов. Возможно, это бы могло привести как раз к толчку революции Беларуси, не просто мирной революции, мирным протестом, действительно, такой, знаете, агрессивной, нет? Нет, я не верю. Я не верю, что могло привести к такому толчку. Нет. Пока уже вот мы видим, что пока Лукашенко достаточно войск, эти войска выполняют приказы, он сидит.
он сидит, ну, не в тюрьме, к сожалению, а на троне. Вот. И в этом смысле ничего не случилось. Думаю, что Роман совершил ошибку. Две ошибки. Первая, когда он сел в самолет, когда он вышел из самолета. Думаю, что это была ошибка, но, знаете, надо быть в его шкуре, чтобы оценивать. Да уж, по крайней мере, точно нельзя судить ни за что. А это его заявление, но это, конечно, полное. То есть понятно, что им стоят с орудиями пыток, но кроме того, у него же его девушка заложена. Можете себе, а ей, чем она, они ее как-то поместили ровно вот туда, в окрестности. Это самая страшная вещь. Изнасилование, калечить людей и так далее. Это происходило ровно в окрестности. Я думаю, что это не случайно. Он же про все это писал. И, ну, наверное, рассказали, а вот теперь что с ней будет, да? Вот. Через полчаса начнем вот это, еще через час. Это же страшно, страшно подумать. Страшно подумать. Да. Давайте мы как раз вот про нее тоже вспомним, про Софию Сапегу. Понятно, что сразу была реакция всего мира. Да, вот в России обвиняет коллективный Запад в этом. Но тут была ведь реакция всего мира, да, и даже реакция от тех, от которых вроде и не ждал такой реакции. Хамас написал президенту. Президенту Білорусі, так називаємому. Реакція Заходу на інцидент з літаком Ryanair була максимально жорсткою, наскільки це було можливо. Так співпало, що лідери Євросоюзу зібралися на спеціальний саміт, щоб обговорити протизаконні і провокаційні кроки Росії і стратегію відповідей. Але довелося здебільшого закцентуватися на Білорусі. У підсумку, білорусам фактично закрили повітряний простір. Вслід за ЄС авіаційне сполучення з Білорусі припинила і Україна. Цікавою була перша відповідь Кремля. Офіційна представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова в своєму Фейсбуці прокоментувала інцидент з посадкою літака Ryanair в Мінську в такому сенсі. Цитата. «Шокує те, що Захід називає випадок в повітряному просторі Білорусі шокуючим». І звинуватила західні країни в лицемірстві, нагадавши про посадку літака президента Болівії в Австрії у 2014 році. Однак тут є примітна деталь. Москва жодним чином не відреагувала на затримання на тому ж рейсі 23-річної дівчини, подруги засновника Нехти Софії Сапеги, яка є громадянкою Росії. Враження пасажирів цього рейсу наважилися транслювати навіть деякі російські канали. We want to tell to Lukashenko that Мы хотим сказать Лукашенко, что мы хотим, чтобы он снова вернул нам Романа. Потому что это ужасная ситуация. И Лукашенко делает некоторые вещи, которые еще хуже, чем делает Ким Чен Ир. Сейчас в Беларуси геноцид. Леонид Яковлевич, ну, даже, видите, на российских федеральных каналах показали то, как реагировали пассажиры. И я вам больше скажу, я видела твиттер, по-моему, твиттер пропагандистки Симонян, которая написала, что так как она есть империалисткой российской, она не понимает, почему российскую гражданку не выдают России. Пусть судить, но почему она не в России. Как вы думаете, отдадут девушку Протасевича в Россию? Или это может быть, знаете, таким аргументом для самого Лукашенко, что Беларусь все-таки независимое государство пока, и она будет судить ее сама? Ну, вы знаете, эту девочку, если отдадут, то только после того, как они решат все свои проблемы с Романом. Когда Роман все подпишет, во всем признается, пройдет суд. Вот когда все закончится, только после этого ее могут отдать. Потому что она заложник. Понимаете, вот это понятно. Вот человек, у которого заложник, он еще менее, так сказать, свободен, чем... ну, вот, понимаете, человек может пойти там на какие-то жертвы сам, но пойти подставить под угрозу здоровья, жизнь любимой девушки, ну, это, конечно, совсем тяжело, да? Поэтому так быстро они ее не отпустят. Наше государство демонстрирует очередной раз, что ему
наплевать на людей. Вот совершенно наплевать на людей. И то, что несет по этому поводу Мария Захарова, это просто, конечно, позор. Это тот редкий случай, когда, даже не могу вспомнить другого, когда, в общем-то, я, будет смеяться, согласен с Маргаритой Симоньян. Знаете, когда-то Петр Аркадьевич Столыпин, обращаясь к своим оппонентам, сказал: вам нужны великие потрясения, а нам нужна Великая Россия. Вот это нам нужна Великая Россия. Мне нужна Великая Россия. Так, в моем понимании, это Великая Россия – это не страна, которая оккупирует чужие земли. Знаете, приходит туда без спросу. Вот. Это страна, которая привлекательна для соседей. Вот соседи хотят с ней иметь дело, а от нас шарахаются все. Вот. И, конечно, это страна, которая стоит на страже своих, граждан. Мне кажется, что я бы хотел, чтобы никакие диктаторы или там нигерийские пираты не осмеливались нападать на граждан России, понимая, что за это будет ответ. Но ответа за это нет. Вот. И всем, в общем, наплевать, конечно. Ответа нет, ну вот для нас с вами нет. Но мне кажется, знаете, что люди, которые из обоймы режима Лукашенко, они уже все себе объяснили, все себе оправдали. Вот давайте об этом поговорим, как отреагировала белорусская пресса. Показова була реакція. Улюбленець Лукашенка не дуже адекватний, як на вигляд. І, ну, не знаю, чи можна його назвати журналістом в лапках. Григорій Азарьонок в ефірі телеканалу СТВ назвав представників білоруської опозиції недоумкуватими щурами і закликав їх повернутися в республіку для суду. Не дивно, що фрагмент передачі одразу ж з'явився в телеграм-каналі, вгадайте кого, пані Скабєєвої. Пассажиры прошли таможенный и пограничный контроль, в том числе и этот нацик. Но когда штаны уже немного подсохли, Сандаль начинает истерику. Не взять такую рыбу правоохранители не могли. У меня возникает логичный вопрос. Все эти светки, латушки, путилы и прочее, они реально такие тупые? Они действительно верят, что Запад их ценит и защитит? Что они там под надежной опекой демократии? Крысы, вы полоумные. Вас уже сливают. Вы им теперь нужнее в камерах. А будете упираться, так и вовсе избавятся. Петров и Баширов с новичком – универсальная отмазка любой европейской спецслужбы. Вы не в курсе? Пока не поздно. Бегите на родину. В тюрьме, не в земле. И судя по твоему испуганному лицу, Степа, ты это уже понимаешь. Вы требуете освободить экстремиста, террориста и боевика Протасевича? Кого признали президентом, у того и требуете. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, звичайно, теж не залишився осторонь, і теж у нього було чимало своїх оригінальних версій. Одна з останніх – це звинувачення України, Польщі та Литви. Нібито одразу три країни відмовилися приймати борт Ryanair після повідомлення про замінування. Звісно, що жодних запитів про це від білоруської сторони не надходило, що одразу підтвердили і МЗС цих країн. Тому ці заяви, очевидно, були для внутрішнього інформаційного вжитку і ніяк не вплинули на неминучі міжнародні наслідки для Мінська. Перед власною ж аудиторією Лукашенко лякав усіх ядерною катастрофою і апелював, звичайно, до Вашингтона. А якщо б вдруг нам що, мало Чорнобиля? Нам нужен ще один? А як би в такій ситуації реагували Сполучені Штати Америки з учетом свого печального опыта? Да, ну, запугивает и запугивает, а казалось бы, что, а что еще остается, да, Леонид Яковлевич? Но мне хочется, знаете, вот это Лукашенко объясняет своему народу. А что он будет объяснять и о чем, как вы считаете, он будет говорить с Путиным на встрече, которая у него вот должна состояться? Будут ли они обговаривать эту ситуацию и, возможно, будут вместе искать из нее выход? Ну, я думаю, что, конечно, об этой ситуации они будут говорить. Хотя, знаете, я не верю в то, что Лукашенко мог все это безобразие сотворить без поддержки Владимира Путина. Я думаю, у меня нет никакого инсайда, разумеется, по этому поводу, но я думаю, что это была совместная операция спецслужб России и Беларуси. КГБ Беларуси, как говорят, максимально интегрировано в Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Я не верю в то, что Лукашенко мог сам провести такую сложную операцию. Слежка за Романом и его девушкой еще в Афинах,
которую он обнаружил. Потом четыре наших каких-то гражданина сошли в Минске и не полетели дальше в Вильнюс. Что тоже удивительно, тоже, видимо, туристы, как Петров и Башаров, которые, значит, помните, ездили смотреть шпиль Силзбетского собора, да? Да, как они выразились. Эти, видимо, тоже, раз их посадили в Минске, то вон мы теперь еще в Минск посмотрим, остались в Минске. То есть понятно, кто это был, кто были эти люди. Поэтому я думаю, что это было сделано либо с согласия, либо, скорее, просто с прямой помощью Владимира Путина. И здесь сочетание, знаете, вот Егор Гайдар покойный говорил, что действует обычно совместно партия дураков, партия негодяев. Вот партия дураков представлена Александром Григорьевичем Лукашенко в данном случае, которому уже дико хотелось поймать своего личного врага, а чем он будет за это платить, он маленько не подумал. Да? А дальше партия негодяев уже с нашей стороны, которая с удовольствием всем этим пользуется. Вот бенефициаром всей этой ситуации, выигрывающим во всей этой ситуации, является один человек. И зовут его Владимир Путин. В чем он выиграл? Потому что, смотрите, по двум причинам. Во-первых, он на фоне этого дикаря, он, Лукашенко, я имею в виду, он выглядит более-менее приличным человеком. Он говорит, ну, да, здесь, ребят, ну да, я, конечно, со своими расправляюсь, как хочу, но, по крайней мере, я и самолет сбиваю, но, скорее всего, случайно. А вот так вот, чтобы просто гражданский самолет сажать по дороге, потому что мне хочется кого-то оттуда вытащить, я этого не делаю. И вот, это первое. А второе его, почему он выигрывает Путин, это очень важно. Лукашенко теперь бежать некуда. Лукашенко приехал. Да? И Лукашенко что раньше делал? Он все время шантажировал. Ну, вот как Ким Чен Ын шантажирует ядерной бомбой. Он говорит, значит, если вы не дадите нам гуманитарную помощь, значит, чтобы у меня люди с голоду все не передохли, то тогда я буду проводить испытания, вообще вот у меня вот ядерная бомба. Человечество пугается и дает ему там пшеницу, еще чего-то. Вот. Наш Лукашенко делал то же самое. Он говорил Путину все время, но Володя говорит, не дашь мне вот этого, этого и этого, я пойду к Европе. Меня там ждут, там Европе действительно ждали, очень привечали, потому что как бы расколоть это дело было бы приятно, да? А теперь у Лукашенко нету никакой Европы. Все, закончилась для него Европа. Для него Европа только скамья подсудимых, понимаете? Вот. Поэтому деваться ему некуда. Он, конечно, может сбежать в Китай или в Корею, или еще куда-то. Вот. Но оставаться, так сказать, каким-то таким более-менее поставленным человеком, он может только с согласия Владимира Путина. Поэтому я думаю, что встреча пройдет в таком формате. Значит, он придет, войдет, ему Путин скажет, значит так, ты должен сделать следующее. Записывай. Первое, второе, шестое, 25-е. Понял? Понял. Вопросов нет, свободен. Документы на стол и с родителями в школу, да? Примерно так. Примерно так. А куда ему теперь деваться-то, Луке? Куда ему деваться? Если он, если Путин от него отвернется, его подвесят за ноги на воротах его дворца. Ну, же ежу, понятно, совершенно. Вот. Поэтому Путин здесь, конечно, бенефициар. Конечно, бенефициар. И без Путина ситуацию сложно разрулить. Потому что, конечно, сейчас вот начинаются все эти неприятности с, ну, небо закрыто фактически, да, это потери больших денег, 3 миллиарда ЕС помощи заморозил до, пока, значит, до морковкиного заговения, пока там не будет демократии, там, ну и так далее, да. Ну, значит, это все, эффективность этой помощи снижается тем, что, ну, кроме того, что Лукашенко наплевать на то, как живет его народ, совершенно глубоко наплевать, ну, это и наш, и нашему наплевать, я думаю. Но эффективность помощи снижается, прежде всего, тем, что недополученные деньги он может взять у Путина. Понимаете, это как вот, допустим, мама не дает на карманные расходы, потому что ты там уроки не сделал, и там хулиганил, или еще что-то такое. А бабушка потихонечку даст деньги. Леонид, да? Я вот тебе и все санкции вот мамы накрылись. А как вы считаете, вот после этой встречи все уже не будет ни шагу назад от Лукашенко? Но я понимаю, что сейчас и в Европе его не ждут. И, ну, он действительно зажат со всех боков. Но даже нету на полшага назад, как отступить. Может ли быть такое, что уже после этой встречи Лукашенко и Путина мы услышим речь о том, что Беларусь вливается в Россию и становится одно большое дружественное государство?
Я вообще думаю, что к этому идет. И, собственно, Лукашенко много раз кидал Путина с этим замечательным намерением. Я хочу вам напомнить, что значит, какого же числа? 21 апреля было послание Путина Федеральному собранию. 22 апреля приезжал Александр Григорьевич, а на 23-го назначено чрезвычайное заседание Совета Федерации. И мы же все ждали тогда либо войны в Украине большой, либо аншлюса Беларуси. Да. Ну, вот. Но тогда... войны, слава богу, не случилось. Спасибо Байдену. Аншлюса тоже не случилось. Лука как-то смог выскользнуть из братских объятий. Но я думаю, сейчас ему деваться некуда. Это не значит, что они объявят сегодня к вечеру, объявят объединение. Не обязательно, нет. Но я думаю, что наше начальство, зная, с кем оно имеет дело, постарается обложить Александра Григорьевича такими флажками, да, чтобы ему деваться было некуда. То, что они ему не верят на слово, это понятно. Понятно, что если Александр Григорьевич сможет их обмануть, он их обманет, потому что он хочет быть царем, а не заместителем царя по Республике Беларусь. Понимаете, ему хочется самому быть царем. Поэтому он даже постарается. Но я не знаю, кто он такой. Леонид Яковлевич, вы, кстати, об обмене опытом и кто в чем знает толк. А как вы считаете, а Беларусь поделится с Россией своим опытом борьбы с оппозиционерами? Или Россия пока будет вот, бороться своими методами? Кстати, об оппозиционерах и борьбе с ними, как ваш суд за то, что вы проходили мимо на митинге Навального? Ну, так считают в суде. Не надо так уж, я не проходил мимо, я в нем участвовал. Естественно, я в нем участвовал. Совершенно сознательно считаю, что это гражданский долг. Более того, я даже в общем суде сказал. Но суд у меня прошел, я виновен. Я не встал на путь исправления, просто вот совсем. Да, и пока что государство разбогатеет на мне на 20 тысяч рублей всего. Вот. Но это на первый раз. Если они меня поймают второй раз за полгода, тогда это уже ответственная статья. Если поймают третий, то это уголовная статья. У нас так все становится не скучно. Вот. Но суд, конечно, был совершенно замечательный, потому что, знаете, вот, что в нем изменилось? Это не первый суд у меня. Я несколько раз через эти процедуры проходил. И я вижу, что что-то остается стабильным. Ну, например, все ходатайства защитника отвергаются, все это все не так. Все свидетельства, которые есть в протоколе полиции, это истина в последней инстанции. И это было так всегда. Окей. Но знаете, что сейчас изменилось? Раньше у них был, по крайней мере, свидетель. Это обычно был какой-нибудь офицер полиции, который что-нибудь там свидетельствовал, который что-нибудь там видел. Вот. Причем бывало так, что один и тот же офицер видел одновременно в одно время в разных районах города. Ну, в общем, это чушь собачья. Вот. Но судья говорил, что у него нет оснований, и у нее нет оснований не доверять показаниям офицера полиции. Окей. Сейчас вот в моем последнем, который когда, после вчера что-то было, там не было свидетелей вообще. Ну, вообще нет свидетелей, да? Есть только полицейский протокол. А полицейскому протоколу приложена видеозапись, на которой, значит, я иду, секунды 2-3, иду по улице с закрытым ртом. Вот. Окей. Это важный был нюанс? Ну, то есть с закрытым ртом это суд как-то выделил? Нюанс. Так, значит, во-первых, мы говорим с адвокатом. Ваша честь. Хорошо бы экспертизу провести. По правилам нужна экспертиза, что действительно я не человек, похожий на меня. Да. Вот. Она говорит, так это вы, я говорю, извините, ваша честь, не могу я ни подтвердить, ни опровергнуть. Пускай будет экспертиза, я почему должен за вас работать? Не надо экспертизы. Ну хорошо, не надо экспертизы. Значит, что меня обвиняют в том, что я в период с 19 часов до 23 часов в составе группы из 5000 человек шел, скандировал, не подчинялся и так далее. А вот эта видеозапись сделана в 18 с копейками. Понимаете, у меня преступление совершено с 19 до 23, а в качестве доказательства показывается то, что я был на улице в 18 часов. Мы говорим, ваша честь, а оно как? А по барабану. Вот, здесь закрытый рот. Я скандировал, да? Я говорю, ваша честь, как можно скандировать с закрытым ртом? Вот где?
где какой-нибудь свидетель, то лучше я что-нибудь там скандировал. Как мне потом сказал один приятель, ты, говорит, скандировал дырочки в правом боку. Вот. Да. Песенки. Ну и все остальное так же. Понимаете? Все остальное так же. Вот. Это, конечно, переход на новый уровень. Вот. И они делают две вещи. Они пытаются запугать людей. И камеры видеонаблюдения, в этом смысле, прекрасная вещь, потому что ты знаешь, что к тебе могут прийти в течение года. Вот. Ты это знаешь. И, соответственно, я думаю, что они снизят число участников протеста таким образом. Другое дело, как мы с вами говорили, те, кто будет продолжать участвовать, те радикализируются. Те радикализируются. Они и уйдут партизаны, да. Артель Молотова. Леонид Яковлевич, давайте сейчас поговорим о встрече еще. Тут уже действительно двух президентов, потому что если говорить о Лукашенко, он не президент, а Путин президент. А тут говорим о двух президентов. Планируется вроде как встреча и уже подтверждена Байдена и Путина. Американский канал CNN, посилаючись на власні джерела в Конгресі, повідомив про перспективи зустрічі президентів Росії та США. За даними каналу, Володимир Путін і Джо Байден мають зустрітися в швейцарській Женеві 15-16 червня у рамках першої міжнародної поїздки Байдена з моменту вступу на посаду. Представник Білого Дому відмовився коментувати CNN остаточне місце зустрічі президентів, поки не будуть опрацьовані усі деталі. Леонід Яковлевич, чого ви ждете від цієї зустрічі? Яких новостей? Ну, що буде там об'явлено, я не знаю. Не так важливо. Я ніколи не... То есть всегда то, что объявляется, да, оно так, весьма далеко от того, что на самом деле происходит. Это нормальная ситуация, к сожалению, в дипломатии. Я жду двух вещей. Одной хорошей, другой плохой. Значит, хорошая вещь, которую я жду, что им удастся отодвинуть войну. Значит, дело в том, что мы очень близко, мы как человечество очень близко подошли к войне. К Третьей мировой вы считаете? А что ты знаешь? Не то, что никогда не знаю, когда начинается. Вы что думаете, когда Гитлер захватывал Судеты, и даже когда он начинал агрессию против Польши, он что, знал, что это будет мировая война? Нет, конечно, он не знал. Он думал, что вот сейчас вот захватим, там, составим, тут поделим маленько, там, Польшу, еще что-то. Вот, ну и ладно, все съедят, и будет хорошо, будет новый мировой порядок. Все будет здорово, да? Он не ждал мировой войны, он не ждал, что Америка вступит в войну. Ну, кто же его ждет тогда? Да? Никогда никто этого не ждет. И Первая мировая война началась не как мировая война, а как конфликт. Понимаете? Мы же не знаем, во что бы вылилась агрессия против вас, если бы Байден не позвонил, и наша ударная вот эта группировка действительно вторглась бы на вашу территорию, получила бы ответ. И так далее. Никто не знает, как бы это разворачивалось дальше. Понимаете, никто не знает. Да? Так вот, угроза войны – это самая страшная угроза, которая вообще есть для человечества, и которая есть для любой страны, на самом деле. Потому что, допустим, если начнется война, даже не мировая, вот, в которой мы будем участвовать, то для моей страны это ведь означает не просто гибель некоторого количества наших соотечественников. Это означает, что наша страна превратится в военный лагерь. У нас будут ходить строем, все для фронта, все для победы и так далее. Да? Вот, это действительно ужасное несчастье. И поскольку Байден прежде всего отвечает за мировую безопасность, ну, безопасность Соединенных Штатов и мировую безопасность, ну, просто в силу своего положения, президент величайшей державы на планете, то он, конечно, пытается отодвинуть войну. И я думаю, что вот этим они будут заниматься. Я искренне желаю им обоим успеха в достижении этой цели, чтобы вероятность войны несколько снизилась. Да? Вот. Теперь второе, что меня уже сильно беспокоит. Значит, смотрите, надо договориться. Как можно договориться с Владимиром Путиным? Договориться обычным путем о сотрудничестве, о совместных действиях практически невозможно. Потому что цели Владимира Путина не совпадают с целями традиционной внешней политики. Вот безопасность граждан, продвижение собственного бизнеса там, и так далее. У него совершенно другие цели такие странные, да? Чтобы его любили и уважали, чтобы остаться в истории. Вот что-то вот такое. Да? Поэтому договориться с ним практически невозможно. С ним можно, то есть о чем с ним можно договориться? Только о разделе сфер влияния. Да? Вот
Он давно мечтает, Путин мечтает провести новую Ялту. Когда собрались великие державы, разрезали планету на кусочки, сказали, это твое, все, ребята, понеслась. Да? Возможно, период Ялты, иначе было и нельзя, я не знаю. Да? Но он хочет это сделать сейчас. Окей. И вот это и будет происходить, как мне кажется, на встрече с Байденом и, может быть, на каких-то других последующих встречах на высшем уровне. Просто, знаете, вопрос, даже если будет достигнута какая-то договоренность, можно ли верить России в лице Владимира Путина, что он и эту договоренность исполнит, что он может ее нарушить, и мы видим, как нарушается. Верить нельзя ни в коем случае, но никто и не верит. Но я думаю, что он может сказать Байден? Может сказать, значит так, Володь, именно один на один, чтобы это не было унижения, потери лица и так далее. Может ему сказать, вот смотри, вот я тебя предупреждаю, если ты пойдешь вот сюда, сюда и сюда, да, там, я не знаю, пойдешь на Киев, например, да, или там еще что-то сделаешь, то мы сделаем вот это. Вот смотри, что у меня есть против тебя, как я могу тебя ответить? Вот так, так и так, даже без войны. Да? Это ответчик тебе мало не покажется. Вот имей в виду, да? Вот, поэтому сюда не ходи. Но он, кроме страха, кроме угрозы Путину, да, он должен еще ему что-то дать. Он ему должен что-то отдать. Что? А вот это твое. Он ему не отдаст Украину. Думаю, что не отдаст. Уверен, да, что не отдаст. Да? Он ему отдаст нас. Нас, Россию. Я думаю, что есть высокая вероятность того, что он скажет ему. Володь, вот у себя дома делай, что хочешь. Вот что хочешь, то и делай. Мы, конечно, будем заявления всякие делать, но это, сам понимаешь, да? Но мы не будем отказываться от покупки твоей нефти и газа, мы не будем блокировать твои банки, мы не будем чего-то. Вот это все. Делай, что хочешь. Да? Ну, в пределе так. Убить Навального, убей Навального. Ну, ладно, что нам Навального, да? Ну, хочешь сажать своих вот людей, да? Ну, сажай. Хочешь сидеть на троне до конца жизни? Ну, сидишь на троне, ну, ладно. Вот. Только вот сюда не лезь. Не вылезай за границы своей страны. Может быть, он ему отдаст еще и Беларусь. Может быть, да? То есть я боюсь, что за отодвигание войны, за снижение шансов войны заплатим мы. Мы, мои сограждане, я, да, вот мы будем за это платить. Потому что я не вижу, кто еще может за это платить. Понимаете, вот я, к сожалению, я просто не вижу. Я вижу очень тревожные сигналы из Вашингтона. Очень тревожные. Посмотрите, Байден уже сделал три странных вещи. Он продлил договор по сокращению ограничений стратегических вооружений. Да? То, что никак не продлевал Трамп, то, чего требовали мы, хорошо, что продлили. Я приветствую это абсолютно. Да? Только вот бывший помощник Трампа по безопасности Джон Болтон обратил внимание на то, что он его продлил на 5 лет. Он говорит, подождите, русские требовали продлить на год. Но продлить полгода и начинать торговлю. Зачем ты продлил на 5 лет? Я не знаю зачем. Да, у меня нет ответа. Да? Вторая вещь, которую сделал Байден, такая тревожащая вещь, это отказ фактически, например, снижение уровня санкционного давления на Северный поток 2. Да? Да. Он говорит, его люди говорят, что они это делают потому, что это уже все бессмысленно, что Северный поток 2 практически достроен, что поздно уже все поздно пить боржоми. Вот уже случилось. Да? Я не знаю, так ли это. Но третья вещь, мелкая, конечно, но у нее я вообще не вижу рационального оправдания. Соединенные Штаты сделали заявление, совершенно неожиданное и шокировавшее меня абсолютно, да, что, по их сведениям, Россия не имеет отношения к инциденту с самолетом Ryanair. Ребята, а зачем вы это говорите? Во-первых, масса доказательств, ну и, по крайней мере, оснований подозревать, мы с вами о них сегодня говорили, что Россия имеет отношение к этому инциденту, да? Но даже если эти основания вам кажутся неубедительными, а куда вы торопитесь? Зачем вы это заявляете? Зачем вы отмазываете наших руководителей от этого преступления? Зачем? Да? По всей вероятности, это жест в адрес Путина,
перед встречей. Возможно, у них какие-то договоренности, что мы сделаем этот жест, зато ты не будешь делать вот этого, вот этого и вот этого. Да? Очень может быть, очень может быть. Но, по крайней мере, это показатель того, на что готовы идти американцы ради достижения тех целей, которые я лично полностью приветствую. Отодвинуть войну – это самое главное, что есть. Но вот, тем не менее, знаете, чувствовать, что именно мы будем платить, ну, это не очень радостно чувствовать. Заложники в своей стране. Честно, Леонид Яковлевич, мне всегда в этот момент вспоминается почему-то роман «День опричника», «Сахарный Кремль». Вот так, как вы рассказываете, мне кажется, к этому все и идет. Давайте поговорим о российских военных. Их там нетов, которых нигде нет, но их все видят. Високі білі чоловіки, або чому росіяни воюють вже в Венесуелі. Приблизно з такими заголовками в останні кілька тижнів виходять помітні світові медіа. Так, Радіо Свобода пише, що на заході Венесуели, поблизу кордону з Колумбією, де в останні місяці йдуть запеклі бої венесуельської армії з місцевими опозиційними повстанцями, з'явилися солдати з підозріло російською зовні. І з 100% російською мовою. Хто вони і який, їхній статус невідомо. Доступ в район конфлікту з урахуванням загальної вкрай нестабільної ситуації в Венесуелі неможливий. Менше з тим, фотографії та відеозаписи, на яких, імовірно, російські найманці беруть участь в бойових діях на стороні боліваріанських національних збройних сил Венесуели, останнім часом активно ширяться в мережі. Леонид Яковлевич, ну действительно, уже где только не было российских военных, да, это может быть какая-то частная тоже компания Вагнера или какие-то российские миротворцы, но тем не менее их очень много везде. Вот это может быть козырем Путина в разговоре с Байденом? Или, ну не знаю, таким пугающим маневром? Ну, я не думаю, что было очень сильно. Я не думаю, что было очень сильно. Потому что, понимаете, ну, у России нет ресурсов вести войну по факту, да, прокси-формированиями или регулярными формированиями, не так важно, да, вести войну во многих точках. Ну, просто вот сил таких нет. Но какие-то отморозки, понимаете, которым нечего делать и которые, значит, едут куда-то воевать, да, их, в общем, достаточно. Вот кубинцы так воевали по всему миру. Это, конечно, фактор дестабилизации. Конечно, мир хотел бы это безобразие прекратить, да, но я не думаю, что это было очень серьезным аргументом, таким серьезным шантажом со стороны Владимира Путина. Ну, потом эти наемники наши, они вот один раз они столкнулись с регулярной армией Соединенных Штатов. Это было в Сирии, когда они пошли там на штурм, и американский генерал сказал, что мы даже выставили американские флаги, чтобы эти идиоты видели, на кого они идут. И вот. Но они как-то не среагировали, но их разнесли в путь. И как другой американский генерал говорил тогда, они говорят, их там нет, вот теперь их там действительно нет. Mm-hmm. Вот, они уничтожили эту группировку. Вот, я не думаю, чтобы это было, что это могло напугать Соединенные Штаты. Не думаю. Хотя, конечно, это неприятный факт. Но вообще, это скорее фактор нашего внутреннего развала, понимаете, когда у нас масса неприкаянных людей в стране, вот неприкаянных, да, которые начинают себя продавать, так сказать, единственное, что они умеют, а умеют они стрелять, убивать там и так далее, вот они готовы это продавать везде. Да, но Леонид Яковлевич, вместе с тем, что вот они продают свою неприкаянность, они продают и цинковые гробы, в которых возвращаются люди в Россию, в том числе. А кого это волнует? А кого это волнует? Смотрите, эти потери засекречены, то есть общество про это либо не узнает точно никогда. Сами эти люди, наемники, не только русские, французские, бельгийские, какие хочешь, да, которые за деньги едут воевать куда-то на край земли, это обычно люди такие, знаете, очень специфические. У них личные связи все нарушены, одиноки. Абсолютно. Их никто не оплакивает, никто за них не переживает. Ну, вот как за пиратов, понимаете, ну, повесили на рейд, не повесили.
Да, знаете, тоже действительно, если нет информации, то об этом никто и не знает. В федеральных каналах говорят только то, что необходимо знать россиянам, которые смотрят телевизор. Но вот, кстати, о рупоре пропаганды. Кремль, схоже, знайшов новий рупор. За останні кілька тижнів озвучувати офіційні версії вже неодноразово брався і береться далі директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Нарышкін. Йому навіть дозволили дати інтерв'ю недружньому у Москві британському державному каналу BBC. Однак він там не сказав нічого нового. На запитання журналісту з приводу демократії в Росії Нарышкін відповів цілком в ключі навіть радянської пропаганди. Я просто спросил, есть ощущение, что демократия в России, в общем-то, сейчас подавляется. Слушайте, вот я удивляюсь, почему у вас нет таких ощущений после того, как вы насмотрелись, как прошли выборы в Соединенных Штатах Америки. Нет у вас таких ощущений, что были нарушены, ну, так сказать, ну, фундаментальные принципы демократии? Ну, Леонид Яковлевич, знаете, мне тут вспоминаются слова советской пропаганды «Зато у вас негров линчуют», да? Ну, и в то же время мне вспоминаются слова Путина. Кто так называется, кто так обзывается, тот сам так и называется. Вот как-то в этом ключе теперь будут отвечать все российские чиновники западным СМИ, ну, если они еще будут с ними дальше общаться. Так, а что вас удивляет-то? Слушайте, они уже давно так отвечают. Они давно так отвечают. Что ты их не спроси. Они говорят, а вы хотите как в Киеве, а вы хотите как в Париже. А почему у вас, вот вы недовольны тем, что Лукашенко посадил самолет. А почему вы молчали, когда там какой-то другой самолет посадили? Там, ну и так далее, и так далее. Вот. Значит, то есть это, ну они все время тогда, они никогда не отвечают на вопрос, который им задают. Они отвечают на какой-то другой вопрос, и всегда оказывается, что другие виноваты. Кстати, Мария Захарова, которую, по-моему, уже с вами сегодня упоминали, но красная женщина, невозможно не упоминать, значит, она вчера как раз давала интервью «Эхо Москвы» по поводу этой самой девушки, Софьи Сибири. Вот. Ее говорят, ей говорят, а чего, так сказать, МИД как-то так вот мышей не ловит, и девушку не вытаскивает оттуда, да? А знаете, что она ответила? Что? Она ответила, что мне передали. Она сказала, а вот когда захватили нигерийские пираты, захватили наших граждан, да Гозман вообще требовал всю Африку бомбить. А он устроил, истерику. Мы в это время спокойно, тихо работали и всех освободили. Мне говорят, Мария Владимировна, мы вас сейчас не про Гозмана спрашиваем, мы вас спрашиваем про вот эту вот девушку. А говорит, вот, я и говорю. А Гозман сказал. И вот все, ее с этого было сбить невозможно. Понимаете, вот вообще невозможно. Вот, я, конечно, тронут, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. А я, кстати, тогда, когда захватили пираты нигерийские, захватили наших людей, я написал что-то в том духе, что, ребята, вообще вам не кажется, что великая страна, она, вообще говоря, должна в этом случае ведь не просто освободить своих, да, но всех этих бандитов достать. Вот достать всех бандитов. Вы украли наших, да, и уничтожить их к чертовой матери. Они же пираты, что с пиратами-то возиться? Вот. Израиль, помните, когда первый такой крупный теракт был, ну, громкий, когда убили израильских спортсменов в Мюнхене на Олимпиаде? Вот. Потом они несколько лет отлавливали всех бандитов и убили всех. И правильно сделали, да, американцы достали. И Бен Ладена, и там еще какого-то, забыл, как его зовут, и был там какой-то, значит, которого убили, и этого самого генерала иранского. Правильно сделал, а ты вообще не посягай на наш. Это нормальная вещь совершенно, да? Вот. Нашим наплевать, и они по любому поводу отвечают, а вот у Америки еще хуже. Ну, я не говорю про вас, совсем все ужасно. Может, знаете, пираты покрывают своих пиратов. Ну, потому что то, что сделал Лукашенко, это и есть в первую очередь пиратство. Леонид Яковлевич, спасибо большое. Пусть этот эфир тоже цитирует, пусть даже Захарова цитирует. Я рада, что мы с вами общаемся. До следующей пятницы. До встречи.